Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, и я Вика. Сегодня мы вяжем вот такие вот балетки, вот такого вот прямоугольника. Как ни странно, вот такая простая деталь и такие красивые балеточки. Так, для них нам понадобится 4 пуговицы, спицы 2 мм, крючок тоже 2 мм, но у меня 1,5, потому что 2 у меня почему-то потеряли. Остатки ниток на кантик, вот он у меня с иглой. И остатки тоже, вот видите, у меня даже распущены нитки. Так что я вот это все дело вязала из распущенных ниток. Толщина этой пряжи 360 метров в 100 граммах, то есть довольно тонкие. И начинаю я вязать с того, что набираю 42 петли и вяжу платочной вязкой. Так, и вяжем платочной вязкой. Это у нас лицевой ряд и изнаночный ряд лицевыми петлями. Кромочная петля, изнаночная. Так, вот такое ровное полотно я вяжу. Ширина его получается при этой плотности, при этих спицах и нитках 15 сантиметров. И длина, вот длину мы меряем по размеру нашей стопы. Моя стопа 24 сантиметра, полотно у меня 19 сантиметров, то есть минус 5 сантиметров. Не довязываем до длины стопы 5 сантиметров. Ну и сборка, мои хорошие. Так, складываем деталь пополам. Вот таким вот образом. И сшиваем вот эту часть. Я здесь положу этот тапочек готовый, чтобы вы видели конструкцию. Вот это вот сшиваем. Так, здесь не дошиваем 1 сантиметр, ну, 1,5. Вот эти петельки собираем здесь, чтобы наша пятка хорошо сформировалась. Вот так вот. С другой стороны, девчонки, сшиваем здесь вот 1,5 где-то сантиметра. Два сантиметра здесь у нас кусочек сшить. Теперь мы выворачиваем и одеваем на свою ногу, девчонки, соответственно. И здесь вот по своей ноге вы будете как бы формировать этот туфелек. Да, то есть вы здесь вот красивенько все соберете и булавочками прибулавите или ниточкой наметать, это уже как вам удобно. Я вот здесь вот прям придержу, видите, вот так вот, чтобы у вас хорошо все село по ноге. Вот оно. Так, теперь еще одну булавочку мне бы. Теперь я просто сошью. Так, отлично. Видите, вот они наши такие ушки на макушке. Здесь я вот сделаю узелок. Так, чтобы ничего у меня там не торчало. Продеваю сюда. Врезаю еще. Мне нужно вот эту вот нить уже продеть. Так, отлично. Далее будем обвязывать. Вот по сути мы уже его собрали, осталось нам его доформировать, наш
отделкой и пуговичками. Вот на задней части, где у нас шов, я начинаю вязание с задней половины, задней части, делаю 3 воздушные петли, 2, 3, и в ту же дырку, откуда начинала, делаю столбик без накида. Далее снова 3 воздушные петли. Теперь смотрим. Смотрите, 1, 2, 3. И столбик без накида. То есть так, таким образом мы передвигаемся 3 воздушные петли в тот же, в ту же дырочку, столбик без накида, 3 воздушные петли. Смотрите, 1, 2, 3. То есть всего через 6 рядов, если считать ряды, то через 6 рядов, если считать вот эти, если считать по вот этим полосочкам, то через 3 полосочки. И продвигаемся, девчонки, вяжем вот так вот сюда до угла, потом поворачиваемся сюда, вот видите, здесь вот видно, то есть я вязала вот так вот, пошла сюда на уголок, сюда, 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 и здесь я вам покажу. Вот смотрите, я провязала до угла, повернула сюда, здесь вот, видите, я продену как бы посередине. Вот видите, вот так вот сделала я переход. Вот теперь я приблизилась сюда как бы ко второму стыку. Мне нужно вот это соединить. Я теперь просто протыкаю насквозь. Вот так вот, видите? И далее продолжаю. Я вот так вот как бы закрыла я это все дело, чтобы форму придала, да, вот этому прямоугольничку. Так, и вот мы замыкаем как бы это колечко полустолбиком. Вот так вот я делаю. Я эту нить просто продену наизнанку и там ее замаскирую. Вот так вот. Вот оно. Теперь осталось пришить пуговицы. Вот, смотрите, отгибаем одну половинку. Хорошо тут, смотрите, раскладывайте, чтобы очень симпатично все смотрелось, чтобы улеглось. И одна пуговичка с одной стороны, вторая с другой стороны. Смотрите, видите? Вот смотрите, чтобы все было как бы чики-пики, чтобы все было гладко и приняла нужную форму. Мне кажется, маленькой девчушке какой-то такие балеточки будут вообще шикарно смотреться. Тут очень важно, девчонки, чтобы было самое главное, чтобы было плотно по ноге. Смотрите. Ну и в принципе все. Как бы один нюанс, чтобы хорошо прилегала на ногу. Вот и вторую пуговицу. Так вот. Так, одеваем. Вот, мои хорошие, такие у нас сегодня балеточки. Вяжите и радуйте своих родных. А с вами была Вика из Школы Рукоделия. Ставим лайки, подписываемся на канал, подписываемся на Инстаграм. Всем пока-пока, до новых встреч!